Уважаемые северобайкальцы, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в целом по стране, в Республике Бурятия и в нашем городе за последние дни развивается по крайне неблагоприятному сценарию. Как вы знаете, в России сейчас больше 27 тысяч заболевших. В Улан-Удэ по Республике Бурятия ежедневно более 100 человек заболевают коронавирусной инфекцией. За первую неделю октября в нашем городе зафиксировано 28 новых случаев заболевания. 4 человека вынуждены были отправить на лечение в город Улан-Удэ, так как состояние больных было крайне тяжелым. Как мы видим, болезнь не отступает. Надвигается четвертая волна. Ситуация осложняется еще тем, что вирус меняется, мутирует, становится более активным. По информации Минздрава, течение болезни и ее последствия становятся все более тяжелыми. Под большим риском находятся пожилые граждане и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Растет количество умерших от коронавируса. Уже многие потеряли родных и близких. Тревожные цифры перекликаются с недостаточными темпами вакцинации. До формирования коллективного иммунитета среди взрослого населения нам, нашему городу, еще очень далеко. Мы вакцинированы пока на 50% от подлежащих вакцинации жителей города. 50% – это очень мало. Нам необходимо по городу привить 80% жителей. Такое положение дел, с одной стороны, приведет к введению очередного пакета ограничительных мероприятий, и который также отразится на жителях граждан, на экономике нашего города. И эти меры не популярны. Поэтому мы призываем провакцинироваться. Это нужно сделать обязательно. И ситуация требует предельной ответственности и самого серьезного отношения от всех нас. Именно сегодня наступает момент, когда личное благополучие и здоровье каждого жителя зависит от строгого соблюдения всеми мер антиковидной безопасности. И самое главное – своевременной вакцинации. У нас в городе для этого созданы все условия. Медицинские показания позволяют сделать прививку. Вы проходите врача-терапевта и проводите процедуру вакцинации. Только массовая вакцинация позволит создать коллективный иммунитет и избежать тяжелых последствий болезни. Поставка вакцины в город идет постоянно, стабильно. Поэтому можно записаться на прививку через портал госуслуг, а также можно осуществить запись через регистратуру в взрослой поликлинике по телефонам 3-23-23, 3-29-29. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.